Здравствуйте, меня зовут Джулия По, и мы продолжаем наш проект «Лабиринт». Сегодня мы затронем тему истории, историю Древней Руси. Существует очень много версий о том, был ли этот народ или нет. Но, конечно, если уже задаваться этим вопросом, то лучше у профессионалов. В нашей студии Валерий Алексеевич Чудинов. Здравствуйте. Добрый день. Начну с того, что у нас тоже есть определенные исследования в этой области. Конечно, они математические, нумерологические, но нам очень интересна версия все-таки со стороны русского языка и истории как таковой. Ранее нашим зрителям мы показали, что такой материк, например, как Северная Америка, существовал когда-то как одна из частей Древней Руси. И существует очень множество доказательств, и они сохранились как раз в названиях штатов, которые сейчас есть. Мы говорили также о том, что наша планета, она циклична, у нее проживает очень много всяких разных этапов жизни, и эти космические часы, планетарные часы, они сейчас смещаются. И в ближайшие 4 года мы увидим глобальное обледенение северноамериканского континента и открытие новых земель со стороны северной части нашей Руси, нашей России. Ввиду того, что раньше эта часть примерно 2000 лет тому назад занимала центральную часть нашей планеты, то там проживала большую часть нашей цивилизации. И там есть, например, такой штат, как Колорадо. Наши зрители знают, что это Колорадо. Ну и, конечно, Юта. Штат Юта сейчас нас интересует в большей степени, потому что слово «ют» — это русское слово. И оно означает хранилище. И насколько нам известно... Да, ну или ютица. Да. Ютица, уют, в том числе да, каюта да, и так далее. Да, то есть очень много слов впоследствии вышло из словосочетания, из даже буквы сочетания ют. Но суть не в этом. Суть в том, что в этом штате находилась основа древневедической цивилизации. Самые чистые генетические линии представителей русского народа, я имею в виду девушек и мужчин, они находились как раз там. Там было что-то вроде жреческого сословия, в котором они служили в храмах различным богам древневедической культуры и сохранили всю чистоту своего народа. Когда произошел захват Руси, насколько мы знаем, окончательный захват произошел в 1936 году. Мы это тоже говорили в наших видеороликах. Именно это одна из причин Второй мировой войны, дабы скрыть следы и переписать историю. Мы об этом тоже сегодня поговорим обязательно. Так вот, когда понимали наши предки о том, что будет захвачена чистота генетических линий древнерусского народа, они взяли нескольких представителей с особо чистыми генами. Это 7 принцесс и 7 королей. И поместили их в специализированные саркофаги и разместили их на всех уголках нашей планеты. Насколько мне известно, вы были в части тех экспедиций, которые нашли и исследовали этот народ. Но хочется понять, во-первых, почему это происходит с нами, потому что столь великая ведическая культура, обладающая магическими знаниями, настолько фантастическими технологиями, как, например, космос. Например, штат Техас происходит от русского, во-первых, техника асов, да, то есть опять-таки русское слово. А это был цех асов, где в основном производились, чинились и запускались космические корабли, вимана, вайтмана, о которых вы очень много говорите. Опять-таки Калифорния, где есть Сакраменто. Это все тоже русские слова. И для нас очень важно, кстати, последним штатом, который пал, помимо Аляски, которую купили, да, это штат Аризона, зона ариев. И вот хочется понять, как это произошло, и в первую очередь оценить, насколько широка и велика была русская цивилизация, на каких материках она размещалась, какие следы остались. Я хотел бы продолжить вашу мысль, дополнить ее. Значит, это действительно полностью согласуется с тем, что я исследую. Значит, мой метод какой? Я прежде всего эпиграфист, и мне очень нравятся древние карты. Ну, что такое древние карты? Вот, скажем, во времена Рюрика карты были очень точные, но они позже все были, так сказать, найдены и спрятаны. Скорее всего, они находятся в Ватикане. И позже их выдавали картографам уже средневековым. И вот чем раньше мы берем средневековую карту, тем тщательно она перерисовывалась, и там есть едва-едва заметные русские надписи. Угу.
И когда я их начинаю читать, я начинаю читать, просто усилив контраст изображения. Ну, я когда-то фотографией занимался, и усилить контраст проблемы нет. Значит, когда был фотоаппарат, можно было просто передержать при экспозиции, и у вас будет более контрастное изображение. Но сейчас есть другие методы, тем не менее. Это дает возможность читать едва заметные надписи. Так вот, значит, начнем с того, что древняя география отличалась от современной. И прежде всего она отличалась тем, что все, что было жизненно важно, называли именем богов. Всего было 4 бога основных, все остальные производные. Ну, производные боги – это все равно, как в христианстве святые. То есть вот есть основной бог или там троица божественная, а все остальное – это производное. Так и тут. Значит, какие же это были 4 основных бога? Это была богиня Макаш, самая древняя, самая старая, самая могучая, и у нее было больше всего функций. Затем у нее появилась сначала жрица, а потом ее обожествили Мара. Вот 2 женщины-богини, 3-й бог – бог Род, и 4-й бог – бог Яр. И вот если посмотреть континенты, у них очень интересные названия. Значит, практически у всех континентов название Яра. Вот многие заметили, что почти все континенты в наши дни, кроме Европы, начинаются с буквы А. Да. Да, Америка и так далее. У меня такое впечатление, что это просто искаженное название Яра. Дело в том, что даже у южных славян, я уж не говорю, что и у более южных народов, имя Яра произносится без йота, как Ар. Отсюда, скажем, Ярова Русь произносится как Арова Русь. И отсюда слово Аравия – это просто Ярова по-русски. Вот. Ну и я думаю, что вот эти вот названия, поскольку практически все материки так назывались, кроме некоторых исключений. Значит, какие исключения? Евразия называлась Русью Мары. Вот. Вся Африка называлась даже не Русью Макоши, а Макошня. Представляете, вот так. И дальше, север Америки, ну, где-то это, наверное, северные штаты современных Соединенных Штатов Америки и Канада, называлась Русью Рода. Вот, причем, что интересно, мне трудно сказать, когда начался выход оттуда, но такое впечатление, вот как вы говорите, действительно, вот эти вот северные штаты, то есть нынешние Канады и северные штаты Соединенных Штатов Америки, когда-то были центром, где размещалось очень много народу. Ну и жили они за счет травоядных животных, как это, вот, собственно, у многих народов бывает. Но потом начались извержения вулканов. А как вы знаете, вулканы выбрасывают вулканическую пыль, она очень плохо влияет на растительность. Растительность погибает в этих местах. Погибает растительность, следовательно, уходят травоядные животные. Если уходят травоядные животные, то, как следствие, нечем, охота не приносит нужных, так сказать, плодов. Я прошу прощения, вас перебью. Есть штат на севере Соединенных Штатов, он называется Орегон. Угу. Если опять-таки перевести на английский язык, то ОР означает руда, а гон ушла. То есть, по сути, действительно ушли какие-то... Совершенно верно. Есть еще одно интереснейшее подтверждение, как ни странно, со стороны антропологии. Выясняется, что когда выкапывают трупы вот в том месте, достаточно древние, то там ослаблена мужская Y-хромосома. О чем это говорит? Это говорит о том, что произошло разделение половое. Значит, женщины занимались собирательством, и они могли себя прокормить. А мужчины, которые занимались охотой, уже не могли не только семью прокормить, они не могли и себя прокормить. Ну, сами понимаете, если муж один день приходит с охоты пустой, второй, так целый месяц. Девушки, вы слышите, о чем говорит профессор? Да. А зачем он тогда такой нужен? Да. Вот. И в таком случае разделяются, значит, мужские коллективы отдельно, женские коллективы отдельно, и только раз в год они соединяются для того, чтобы продолжить род. Ну, иначе, так сказать, детей не будет. Ну, и вот отголоски этого, это вот дни Ивана Купалы. Как вы знаете, это вот такое соединение мужского и женского начала. Вот. Так что они потом сделали?
они потом пошли в Европу, но не со стороны Европы, а со стороны Дальнего Востока. Тогда существовал Берингов мост, как вы знаете, и вот через Берингов мост новой землей сначала был Дальний Восток, потом Средний Восток, а потом и Европа. Спасибо вам огромное, что вы это сказали, да. Да. И вот как только пришли на Дальний Восток, а там вулканы не действуют, там живности много, там мужчины восстановили, так сказать, свои охотничьи способности, и, соответственно, семьи восстановились. И никаких амазонок больше не стало. Женщин, которые живут, так сказать, сами по себе. Вот, то есть вот это подтверждение, это первое. Теперь второе. Еще хотел бы сказать. Значит, дело в том, что есть такое местечко Санто-Фе, не только под Нью-Йорком, но и в Калифорнии. Да. И вот в Калифорнии был как-то, ну, я не помню, лет 10, наверное, назад шторм, который вымыл из-под досок пляжа какие-то странные обломки. И на этих обломках различимы человеческие лица. Они, так сказать, или скульптурные, или рельефные, ну, их достаточно много. Ну, естественно, ко мне читатели обратились, показали, вот где-то я нашел эти статьи, где есть фотографии. Я прочитал только русские названия, это был русский храм. Итак, на территории Соединенных Штатов Америки было полно русских храмов. Это первое. А еще до этого, где-то примерно в 2007-2008 году, один русский, который проживал в Соединенных Штатах, по-моему, именно в Орегоне, по-моему, через него проходит река Колорадо. То есть не Колорадо, извините, Колумбия. Вот. И на этой реке он показал, что удивительные скалы. На этих скалах сплошные лики. Все лики подписаны по-русски. Это русские боги. Вот все боги, которых мы знаем, вот четыре этих бога, они все там изображены. То есть это открытый храм. Я до этого не знал, что существуют открытые храмы. То есть вы туда приходите, и вот они, боги, вы без всяких посредников, без священников, без кого бы то ни было, вы просто молитесь непосредственно. Храм под открытым небом. Вот это меня очень заинтересовало, это до сих пор сохранилось все. В Калифорнии тоже был разрушен какой-то пирс, это из-за шторма. И когда разобрали все камни, которые были сверху наложены, дабы построить пирс как основу, фундамент, тоже обнаружили огромные камни в Луике, на которых были изображены, во-первых, русские надписи, безусловно, там даже не нужен был эксперт, чтобы их прочитать, и, конечно, тоже лики наших русских богов. Естественно. Вот, таким образом, задолго до Америго Веспуччи все это было русским на территории Америки. Так что она вовсе была не Америка, она была, как и все прочие континенты, Русь Яра. Вот, кстати, хочу отметить, вы правильно очень сказали, и многие мои студенты и слушатели никак не могли поверить, что наш русский мир изначально существовал там. А уже позже, когда действительно уже поджимали климатические катастрофы, стал переходить на территорию современной России. Я вам больше скажу. Меня очень поразило. Сначала меня поразило, что весь Рим находится в русских надписях. Более того, и вся Греция, все греческие храмы подписаны по-русски, все колонны подписаны по-русски. В Египте вы тоже говорили. Да, и в Египте тоже, но Египет – это особая статья. Дело в том, что сам Египет называется Яросклавия, если читать то, что написано на геоглифах. Эти геоглифы до сих пор сохранились. Стереть их практически невозможно, если там буквы километровые. Ну, представляете, это сколько миллионов, а то, может, миллиардов долларов надо потратить, чтобы это все заровнять. А потом их еще надо увидеть сначала, ведь далеко не все видят люди. Ну вот, поэтому вообще, что такое Египет? Египет – это название греческое, как вы знаете, «Египтос». Вот, потом говорят, что есть вроде египетское название на языке египтян, это… Кемет называется, что в переводе означает «черная земля». У меня сразу вопрос, где вы в Египте нашли черную землю? Где там черноземы? Вы их видели? Там песок везде. Ну, даже где оазис? Ну, мокрый песок. Да? Ну, вообще говорили, что в долине Гизы когда-то были водоемы, реки, и все это было. Может быть, это из древних времен осталось? Нет. У меня такое впечатление, что это перевранные русские слова. Ну, в принципе, как и сейчас, очень много переворачивает значение. Знаете, что, какие близкие, близкое словосочетание? Земь эту. Понятно?
Это кем, кем это зим, это. То есть это земля, это наша земля. Более того, если вы помните, Геродот туда приехал и расспрашивал. Ему египтяне сказали, что это самый древний народ, он помнит очень древние вещи. Первый вопрос. Геродот – древний грек, да? Грек. Египтяне говорят на египетском языке. Это языки совершенно далекие друг от друга. Возникает вопрос, как они понимали друг друга? У них был переводчик однозначно. Нигде не говорится ни о каком переводчике. Нет, я шучу, естественно. Нет, я понимаю. Значит, на самом деле их языком был язык русский. Понятно? Более того, когда я начинаю смотреть скульптуры всех этих древних греков и Геродота в частности, кудряшки на голове, завитки на усах, на бороде – это все русские надписи. Причем эти русские надписи средневековые, ничего там нет античного. Сразу стоит вопрос, ведь американский язык, говорится, что он основан на латинице, на латыни, да? Но на самом деле очень много русских слов вошло в американское звучание, некоторые даже вообще не изменены даже в смысле. Так все-таки латынь – это что за язык? Латынь – это искаженный русский язык. Ну, вот тут я недавно лекцию такую читал, какие, так сказать, заимствованные русские слова. Меня в свое время очень поразили, допустим, наречия. Ну, вот, допустим, минимально, да, минималь по латыни. По-русски это, вернее, сначала оптималь, оптималь, да, по пути малому. То есть, когда вы идете по пути малому, вы сразу доходите до цели. Минималь. Менее малого. Максималь. Максим – это макаш, если ее произносят не макаш, а макась. Вообще во многих языках отсутствует звук «ж». Да. Его заменяют «с» или «ше». Ну, «ше» пишется «с» с какой-нибудь там стиль, да еще с чем-то. В общем, короче говоря, макаш – это самая крупная богиня не по величине, а по тем знаниям, по той информации, которая с ним связана. Значит, это чуть менее, чем макаш, да, максималь. Угу. Все понятно. Это все русские слова. Дальше, что меня поразило. Вот нам часто показывают римские щиты, римские легионеры, стоят полукруглые щиты такие огромные. Вот, оказывается, один такой древний щит сохранился. Я посмотрел его фотографию. Что меня там поразило? Во-первых, там рисунки были. Рисунки имели отношение к военно-воздушным силам Рюрика и подписи соответствующие. То есть это щит не римский, он на территории Рима, да, но он щит русский. Более того, он назывался щит и тогда, но вы же сами понимаете, щит – это значит сшит. Mm-hmm. У него был каркас деревянный mm-hmm. и кожа сшитая, обтянутая. Недаром сжигали после, так сказать, боя, сжигали щиты противника. Ведь металлические щиты гореть не будут. Нет. Да вы попробуйте поднять металлический, если бы он был металлическим. Вот вы представляете, воин вот так держит. Ну, прикиньте. Вот, ну, хотя бы крышку от бака вы поднимали. Там тонюсенькая жесть, но весит, ну, полкило, допустим, да. А теперь представьте себе, ну, вот, допустим, он медный, да, угу. вот такой толщины. Вы его вообще поднимете, он будет 20 килограмм весить. Попробуйте 20 килограмм гири вот так на руке подержать целый день. Фантастика. Это не фантастика, это реальность. Так вот, что они сделали? Слово «щит», вот как написать букву «щ»? Ну, они ее разложили, ну, иногда произносится «ше-че». Ну, «ше», как вы знаете, в современном, ну, допустим, итальянском языке, как «ше» пишется. Это «с», которое читается перед гласными, там, такими, как «е» и «и». Да? «С» читается как «ше». А «ц» читается как «ч». Значит, «счит», значит, первая буква «с», вторая «ц». Так. Дальше. Буква «и» по-русски, да? Но если вы пишете букву «и», она очень похожа на какую латинскую букву? «У». Угу. Согласны? Да. Дальше «т» идет. А дальше идет окончание среднего рода, потому что это заимствованное слово. Они не знают, «щит» он, «она», «оно». Так. Понятно? Угу. И во что превращается, если мы так пишем? Скутум. А так он назывался, да? Так он и называется по-латыни. Вот это да. То есть это транскрипция русского слова. Значит, получается, вы вникните.
до войск Рюрика никто из римлян, римляне дикими были тогда, они не знали, что такое щит. Они заимствовали не только сам артефакт, они заимствовали еще и слово. Ну, естественно, чем придумать, если оно уже есть. Оно уже есть. Встает сразу вопрос. Вы сказали о том, что у Рюрика была военно-воздушная армия. Что это такое? Расскажите нашим зрителям. Это тоже очень интересно. Значит, вот то же самое. Центр обучения был, правда, не в Северной Америке, а в Южной Америке, в Колумбии. В Колумбии сейчас есть музей, связанный с финансами и с банковским делом. И там показаны маленькие, ну, я даже не знаю, что это, но, ну, вот как брелки, что ли, в виде самолетиков. Но чем отличаются эти самолеты от современных? Значит, во-первых, необычайно маленьким фюзеляжем, то есть у них между передними крыльями и задними крыльями почти нет фюзеляжа. Вот представляете, передние крылья тут же задние. И дальше, вертикальный руль, он у нас сейчас полукруглый, а у них он треугольный, причем такой вытянутый треугольник. То есть сразу видно, что это вот не современная машина. Вот. Но тем не менее, все-таки приличные скорости развивала. Вот возьмем, скажем, Александра Македонского, да, на одной из этрусских, на одном из этрусских зеркал я прочитал, что он жил, значит, примерно, он родился год спустя после того, как Рюрика возвели в сан Хараона, то есть в 837 году. Вот, естественно, тогда был военно-воздушный флот. А то, как вы думаете, как из Греции переместиться в Индию? На чем? Пешком? Пешком вы за несколько лет не дойдете. Ну как, на конях? Но на конях тысячи километров – это максимум. А 1500 километров у вас просто кони сдохнут. Угу. Причем тоже вот один исследователь, он подсчитал. Вот говорит, смотрите, допустим, у вас 10-тысячная армия. 10-тысячная – это мало. Ведь дело в том, что Юлий Цезарь в свое время пошел в Британию с 10-тысячным войском. Британцы отразили. Тогда он на следующий год уже взял 20-тысячное войско, и тогда он смог победить. Но хорошо, возьмем 20-тысячное войско, войско победителей. Сколько нужно лошадей, если 20 тысяч всадников? 20 тысяч. На самом деле всадник на боевой лошади не едет. Он едет на транспортной лошади, чтобы не утомлять боевую лошадь. Угу. Значит, уже сколько? 40 тысяч. Дальше. Боевая лошадь обычно не одна, а две. Одна может устать в бою, он садится на запасную. Все понятно. Угу. Уже получается 60 тысяч. Теперь понятно, откуда пустыня. Теперь вы прикиньте, сколько же нужно корма, чтобы прокормить 60 тысяч лошадей. Причем, заметьте, обычно войны были зимой. Почему зимой? Потому что реки надо форсировать летом. Причем хорошо, если мелкий брод. Да? Ну вот, скажем, Оксфорд, да, этот самый бычий брод, да, в переводе с английского. Ну, там пройти можно. А если брод глубокий, что, на лошади плыть? Далеко не все лошади плавают, а потом после плавания вообще даже боевая лошадь, сами понимаете, она уже выдохлась, она уже мокрая, все, ну, совсем не то. Поэтому ходили зимой, когда реки покрывались льдом, по льду как мосту, как по мосту в любом месте, где вам удобно, а не там только, где мосты есть. А как вы знаете, если были когда-то мосты летом, то их, естественно, неприятель укреплял, вы к ним подойти не можете. Ну, короче говоря, вот так. А зимой это корм нужно тащить. Вот возникает вопрос опять. Допустим, у вас одна лошадь тащит там, ну, я не знаю, на 3 лошадей запас. А сколько вам нужно на 60 тысяч лошадей корма? А корм начинают съедать и лошади, которые везут корм. Угу. То есть, вы понимаете, у вас прогрессия получается. Вот поэтому дальше 1000 километров вы не можете. Поэтому он мог, я имею в виду Александр Македонский, оказаться в Индии только на самолетах. Понятно? А существует еще версия, что наша цивилизация летала на другие планеты. Это правда? Да, да, да. Прежде всего, у нас была область на Марсе. И марсиане служили в войсках Рюрика. Вот сейчас находят, с одной стороны, очень маленькие и черепа, и скелеты, примерно полуторагодовалых детей.
у них, значит, глазницы очень большие, крупнее, чем у человека. У них практически не выдается нос, то есть он заподлицо идет, тут плоское место. И у них губы, как у нас, не вывернуты, особенно у африканцев вывернуты, а у них совершенно плоские. Значит, мы, наверное, губами наши предки что-то хватали, поэтому губы немножко выворачивались, а им ничего хватать не надо было, так сказать, у них другая пища была. Вот, поэтому уже сам характер черепа другой. И точно то же самое, скажем, великанов находили. И, кстати сказать, только в этом году разрешили публиковать фотографии великанов, вообще, так сказать, фотографии инопланетян. НАСА, наконец, разрешило это. До этого какое запрещало. Большое спасибо НАСА, да. С учетом того, что это несуществующая организация. Да, да, так, да. Так а все-таки великаны, они жили тоже на Марсе? Или... Тоже на Марсе. Значит, дело в том, что чем сильнее сила тяготения, тем меньше размеры живого существа. Поэтому, ну, представьте себе, на Юпитере, ну, раз в 100, наверное, сила тяготения больше, значит, вы не только руку поднять не можете, даже если вы лежите, вы глаза открыть не можете. Ну, представьте себе, ну, сила открывания глаз, ну, допустим, там 2-3 грамма, да? А положите себе 100-граммовую гирьку на глаз и попробуйте открыть его. Ну, все понятно. Вот, значит, существа там должны быть вообще мельчайшими. Вот, и наоборот, если бы существа жили на Луне, они были бы великанами. Так все-таки возникает очень мощный, вот лично у меня вопрос, я мучаюсь им уже не первый год. Действительно, мы все уже теперь прекрасно знаем, и благодаря вам, и благодаря другим профессорам, которые работают с древнерусской культурой, о том, что наша цивилизация была очень мощная и духовно, и научно, ну и, конечно же, технологически. Встает вопрос, с кем мы воевали и как получилось, что мы проиграли? Понимаете, какая штука? Если бы мы воевали в открытую, значит, я так понял, что где-то спустя 200 примерно лет после того, как было миропомазание Рюрика, ну, естественно, он умер уже к тому времени, он только 25 лет смог быть фараоном, вот. А после этого, ну... Так сказать, мы с марсианами дружили, а нас Рим, видимо, ввел, так сказать, в конфронтацию. Ну, как он и сейчас так же действует. Мы-то думаем, что это англичане, что это американцы. На самом деле, так сказать, управление там находится. Вот. Ну и вот их, как всегда у Рима, задача разделяй и властвуй. Вот так. Поэтому мы потеряли эти римские владения. Кстати сказать, эти римские владения назывались Рай. Почему они так назывались? Дело в том, что Яр Рюрик, но он и Яр, но если в обратную сторону, будет Ря. Да? Кстати, вот слово «за Ря» значит Ря, то есть солнце садится, и после нее свечение, это будет за Ря. Понятно? Да, интересно. Да. А если до, утренняя заря, оно будет до Ря. А если переставить «ря», будет «до яр». Всегда, когда доили коров? До восхода солнца. До «ря». Понятно? Вот. Так вот, почему я это вспомнил? Значит, от имени «ра» прилагательное будет «рай». Да? Так ведь? Да. Принадлежащий «ра» – «рай». Да. То есть это не потому, что там какие-то кущи, какие-то там превосходные вещи. Это просто притяжательное к слову «ра». Но то, что относится к Яру Рюрику, то и есть рай. Понятно? И вот область на Марсе называлась рай. То есть не на Земле? Не на Земле. Это сейчас область называется, ее астрономы назвали Кедония. В общем, Закидон, так сказать, НАСА. Так вот, там действительно эта область есть, там полно русских надписей. Меня это в свое время заинтересовало, потому что меня вообще интересовало, а где есть надписи вне Земли? Есть ли русские надписи? Есть полно, на Марсе их полно. Ну, вы, наверное, знаете, на Марсе нашли пирамиды, на Марсе нашли статуи, да, и так далее, и так далее. Вот, а я сначала нашел надписи, было написано храм Мары, и рядом написано «сырье». То есть для чего туда летали? За сырьем каким-то. Я не знаю, для чего это было сырье, но, вот, так сказать, посещение Марса было.
Вот. И самое интересное, что Рюрика в конце концов похоронили на Марсе. Там его могила. Вот, поэтому эта могила на сегодня нам пока недоступна, и слава богу. Как я это узнал? Значит, вы, наверное, знаете, есть масса любителей в интернете, которые как-то комментируют фотографии НАСА. НАСА уже много тысяч фотографий опубликовал. Вдруг я смотрю, три крестика нарисовано, да? Ну, вот тоже фотографию какой-то любитель сказал, вот смотрите, три креста, откуда кресты на Марсе? Я начал смотреть, что там написано, значит, это три могилы. Одна могила Рюрика, другая могила его жены Анастасии, и третья могила его отца. Его отца звали Синеус. И его фамилия была Синеус. Он Иван Эммануилович Синеус. А Яр Рюрик – это прозвище. Ну, как у современных монахов. Как вы знаете, все монахи, они имеют другое имя. Так получается, что Рюрик правил не только землей, но и частью Марса. Да, да? Именно так. И всея Русь распространялась и туда. Интересно. Так все-таки как нас завоевали? Как то, что нас, столкнули лбами с какой-то другой цивилизацией, это понятно. Ну, я думаю, что это не главное, понимаете. Это, так сказать, местные стычки были. Главное было в другом. Главное было в том, что появилась новая идеология. Новая идеология называлась христианство. Значит, кто такой Христос? Ну, как вы знаете, Христос – это не имя собственное, Иисус – не имя собственное. А имя собственное было Иса Кресень. Иса означает молния, Кресень означает огненная. Отсюда слово кресало. Если вы помните средневековые спички, да, вот это металлическая пластинка, по которой этим самым кремнем чиркали, и труд загорался, да, сухая трава. Вот. И отсюда слово крест означает огненный. И на самом деле, что такое крест? Если вы на прямой крест наложите косой крест и впишете в окружность, это изображение Солнца. И получается 8 концов. И русское православие, оно ближе вот к этому исходному ведизму, где ведизм – это солнечная религия, солярная, да? В отличие от ислама, которая лунная религия. Вот. Поэтому вы, наверное, знаете, у крестьян раньше на стене висело колесо от телеги. Что, негде было хранить, амбара, что ли, не было? Нет, на самом деле это был символ солнца. Понятно, да? Да. И поэтому храмы строились восьмиугольными. И звезды были восьмиугольные. Это чисто русская, так сказать, конструкция. Так Иисус – это вымышленный персонаж или действительно живущий, но по-другому наименован? Еще раз, Иса Кресень – это реальный персонаж. А вымышленный персонаж – и вот Иисус Христос. То есть из реального персонажа позже, задним числом, сделали персонаж несколько выдуманный. Значит, ну вот я в свое время на филологическом факультете учился, и там, когда мы проходили легенды, есть такой термин «циклизация». Вот как создается миф. Ну вот, допустим, воин убил там 4 противников, а другой воин убил 5 противников. В сумме они убили 9 противников. И вот упоминается имя первого и второго воина. Проходит какое-то количество лет, имя второго воина забывается, а всех 9 приписывают первому. А потом забывается имя 3, 4, 5, потом получается, что один убил больше сотни, понимаете, и вот так вот, как снежный ком, это нарастает. Вот так и тут получилось. То есть вот то, что, так сказать, было разбросано в самых разных вещах, потом взяли, скомпоновали. И вы же не можете найти ни одного Евангелия, я не помню, раньше какого, раньше 15-го, что ли, века, их не существовало. Да, да. То есть это все скомпоновали буквально не так давно. Вот. Более того, когда мы берем даже древнюю историю, Ветхий Завет, возьмем слово, допустим, Моисей. Меня тоже оно интересовало. Меня как-то заинтересовала одна миниатюра в греческой рукописи. Там было нарисовано, как Бог по имени Яр дает земному Яру скрижали. Скрижали – это карта всей земли. То есть скрижали – это не законы, это географическая карта. Вот. И принимает еще один человек, рядом стоит, и подпись «Ма-ко-сей». То есть Макошин, понимаете, человек, который, ну, видимо, жрец бога Макоши.
Но Макосей сейчас произносится уже как Моисей. Понятно? То есть вот как ведическая вера постепенно трансформируется то в христианство, то в Ветхий Завет, понятно, то в иудаизм. Ну, с противоположным контекстом. Ну, естественно. А что касается противоположного контекста, я тоже показываю. Но смотрите, все наши праздники происходили тогда, когда самый яркий свет ярила, то есть солнце, яро, да? Значит, в полдень. Угу. Крестные ходы, когда устраивают христиане? Ночью. Угу. Самая яркая луна. Когда самая яркая луна, да. Первое. Дальше. Все боги всегда, они считаются вечно живыми. А христианство поклоняется Богу в момент его смерти, да, вот когда он на кресте распят. Да. Ну, как это? То есть, вы понимаете, вот идет все время вот такое вот подмена такая идет. Более того, даже какие-то элементы каннибализма, когда люди пьют кровь Христову и тело его, но пусть это метафорически, но... Ну, как? Вы называете это так, а мы все-таки эзотерический мир представляем, можно так сказать, и для нас это чистейший сатанизм. Ну, конечно. Естественно. А в какую роль во всем этом играл Радомир? Я просто знаю, что вы участвовали в группе, которая нашла могилу Радомира. Нет, я нашел не могилу Радомира, я нашел место... Я нашел место, где, так сказать, на границе Ирака и Ирака это было сделано. Значит, я вам чуть поподробнее расскажу, если возможно. С удовольствием, да. С удовольствием. Значит, где-то осенью 2008 года ко мне обратились представители, ну, я не буду говорить чего, значит, и сказали, вот есть такой фильм о неком человеке, которого нашли этой весной. Я вам напомню, 2008 год, у нас был тогда президентом Медведев. Вот. И, значит, обратились, не стоит ли русским взять этого человека. Ну, никто ничего не знал, а кто это такой, что это такое. Поэтому, так сказать, вполне понятно, что реакция была никакая. Вот. Но на самом деле, что произошло? В горах там строили здания и копали котлован. И вдруг экскаваторщик, значит, обнаружил какую-то полость. Ну, сами понимаете, копает, и вдруг дырка в земле. Угу. Стали исследовать, и вот нашли, так сказать, достаточно большое помещение, где находилось 3 или 4 саркофага. Я сейчас точно не помню, но неважно. Один саркофаг был пустой, один саркофаг был с книжками, и в одном саркофаге лежало тело. Но, удивительно, тело лежало как будто бы живого человека. Хотя на ощупь оно было твердым, но, так сказать, никаких признаков тления не было. Ну, поначалу его назвали Яромиром, хотя на самом деле он не Яромир. Везде надписи, которые я стал читать, везде написано Родомир, а не Яромир. Более того, позвали Левашова, Левашов вступил с ним в телепатическую связь. Да. И, так сказать, стал задавать вопросы, тот ему отвечал на русском языке. Но это вполне понятно. Вообще, 1000 лет назад, кроме русского языка, никакого другого не было. Поэтому тут ничего удивительного нет. Другое дело, что это все придумали потом, задним числом, причем можно сказать, когда в заднем числом, в эпоху Возрождения. Вот Возрождение было не возрождением, а было созданием нового капиталистического общества. Так вот, возвращаемся к Радомиру. Значит, его взяли и... начали с ним, так сказать, вести работу, в том смысле, что разминали его. Ну, в общем, за год тело его стало мягким. Угу. Вот. А после этого всякие съемки его прекратились. Его взяли к себе иранцы, то есть бывшие персы. Вот. И вокруг него создали очень хорошую, так сказать, защиту в плане, так сказать, охранников. Все, никакой информации после этого нет. Единственное, что ясно, что он уже ходит, что он уже разговаривает. И его, естественно, никому и ни за какие деньги не выдадут. Угу.
Более того, есть поверье, что если соединиться вот четыре таких воскресших, пробудившихся от анабиоза человека, то политика земная изменится кардинально совершенно. Еще бы. Да. Вот, что мог нам сказать этот человек? Значит, во-первых, я прочитал, какое его местное имя было. Местное имя было Ханук. То есть, Мамук, извините, не Ханук, а Мамук. Да, Мамук. Дальше. Есть его изображение в виде такого ассирийского, ну, как бы, то ли бога, то ли святого. Вот, то есть получается, что ассирийское изображение, оно ничуть не старше, это просто способ стилизации. Вот как вы можете нарисовать картину, допустим, в духе импрессионизма, можете в духе реализма, можете как угодно, в духе любого изма. Вот, то есть мне стало ясно, что это совсем не древность, это просто способ оформления, не более того. Дальше, что интересно, значит, что он мог бы рассказать? Еще одна надпись была, что он не просто жрец, а он еще и маг. А маг – это не просто жрец. Значит, если просто жрец занимается молитвами и занимается какими-то способами социального устройства граждан, то маг занимается магией. В свое время в Академии славянской культуры я преподавал славянскую мифологию. И, естественно, был раздел о магии. Ну, и вы, наверное, знаете, есть несколько видов магии. Есть магия. Первое – промысловое. Ну, сами понимаете, олень весит, ну, где-то центнера 4. Охотник весит, ну, даже самый тяжелый, ну, 100 килограмм, да? В 4 раза. То есть олень его просто может к стенке прижать и раздавить, сами да. понимаете. А еще может на рога поднять. Угу. То есть убить оленя, да, с помощью копья, понимаете, это ловкость надо, это надо попасть в жизненно важный орган в доли секунды, пока вас не поднял олень на рога. То есть это всегда поединок, который не всегда заканчивается в пользу человека. Поэтому что делали охотники? Они собирались вместе, у них были декорации, где сцена охоты изображена, и они втыкали копья в этого нарисованного оленя, при этом они пели песни и делали танцы. Ну, сами понимаете, это был магический обряд, чтобы, так сказать, олень не спрятался, чтобы его выследить можно было, чтобы можно было убить и так далее. Ну и тогда они все выходили, да, сейчас мы его... Вот такие воодушевленные они выходили. Вот это промысловая магия. Дальше была любовная магия, вы, наверное, тоже знаете, да. Значит, она состояла либо в том, чтобы разлюбить кого-то, чтобы потом влюбить кого-то другого. Как вы красиво сказали. Да, да. Так. Вот. Но я не буду на этом останавливаться. Дальше была магия целительская или, наоборот, вредоносная. Ну, как вы знаете, целительская она и до сих пор существует, ну, а вредоносная – либо на сглаз, то есть на болезнь, либо порча – это на смерть. Ну и дальше была магия так называемых облакопрогонников. То есть, если у вас засуха, этот человек мог нагнать тучи и польется дождь. Ну, условно, природно или стихийно. Да, или наоборот, если у вас дожди зарядили и никакого просвета нет, значит, он их прогонял. Вот такие виды магии. А боевая магия была? Ну, конечно. Вы, наверное, знаете, что она у некоторых видов казаков сохранилась. Это так называемые казаки-характерники. То есть к вам подходит враг на расстоянии примерно 5 шагов, вы на него просто смотрите, вы ничего не делаете, вы стоите. И вдруг он падает прямо перед вами. Как это? Вот в свое время, может быть, помните, был такой человек Юрий Лонга. Да. Он вызывал на сцену желающих, и человек с одной лестницы поднимался, а он заходил с другой стороны. Потом он делал вот такое резкое движение, и человек хватался за живот. У него был энергетический удар по животу. Хотя расстояние между ними, ну, метров 10-15. Представляете, да. как будто, так сказать, его, ну, не саблей, но чем-то тяжелым полоснули. Вот что такое энергия. Ну, вот и Радомир владел всем этим, да? Да, да. Но я думаю, если он был магом... А какую роль вообще в истории Руси он играл, и когда примерно жил? Значит, начнем с того, что Русь-то была тогда немножечко в другом месте. И, ну, что значит в другом месте? Но Русь была везде, она на всем земном шаре, понимаете? Поэтому то, что мы сейчас называем Персией, это тоже была Русь.
Кстати сказать, если вы знаете, персидский язык, он, ну, как и индийский, ну, в меньшей степени, но тоже есть сходство с русским языком. Вот, кстати сказать, ну, вот возьмем такую вещь. Вот была богиня Дева русская, да? Слово «девы» вошло в индийский язык как «боги положительные». Слово «девы» вошло в персидский язык как «боги отрицательные». Угу. Дальше, слово «дева» мы обнаружим в латинском слове «деус», просто там окончание «с», в греческом слове «зевс», так ведь? Да, кстати, да. То есть «д» переходит в «з», «зеус», «деус», «зеус». То есть понятно? Значит, опять-таки, названия богов – это русские названия. Ну, ну, просто вот, как я говорил, уже, так сказать, фонетически они переделываются. Вот. Так что, значит, если он был магом, он мог делать какие-то вещи. Что, что такое? Вот как я определял магию на занятиях, я говорю, магия – это воздействие на плотный мир через тонкий. Я думаю, вы согласитесь конечно, с этим. Конечно, да. Да. Вот. Мы-то привыкли на плотный мир воздействовать через плотный. Да. Но через тонкий это гораздо лучше. Вы сами знаете, могли поднимать огромные камни при строительстве пирамид. Да, с помощью тонкого мира. С помощью тонкого мира возможны очень многие вещи, которые никак невозможны с помощью плотного мира. Вот я намерен где-то, может быть, через год выпустить книжку «Визуализация тонкого мира». Оказывается, есть полно проявлений в плотном мире тонкого мира. Как интересно. Да, начиная от надписей на облаках, там, как вы знаете, не только надписи, там есть и изображения, причем любые, человеческие, и зверушек. И все подписано. То есть можно сказать, кто это сделал и для чего это сделал. Интересно. Да, в том-то и дело. Меня другое удивило, что вот эти вот остатки сверхновых звезд, туманности, которые от них возникают, они тоже подписаны по-русски. То есть у меня такое впечатление, что русский язык – это, по крайней мере, язык не Солнечной системы, а всей нашей галактики. Я вам сейчас открою одно из наших тоже исследований. Возможно, там будет в пользу, потому что к нам один раз пришел астролог, он был, честно говоря, очень сильно удивлен. Если нарисовать два круга и внутрь круга поместить наши русские буквы, то в центре будет стоять буква «П», а по кругу, соответственно, первый круг от буквы «А». Дальше следующему кругу вы заполняете полностью здесь, переходите на букву R наверх, получается RA, они друг напротив друга, и снова выставляете все буквы. Таким образом получается я Р на самом конце. Да. Дальше вы берете любое, вот любое слово, которое вам придет в голову, ну, естественно, русское происхождение, и выставляете буквы. То есть в центр каждой клеточки вы выставляете точку, и таким образом у вас получается некий рисунок. Дальше вы поднимаете этот рисунок на звездную карту. Расстояние между точками, углы полностью соответствуют всем созвездиям. Вы знаете, вот мне тоже какую-то лекцию надо было по визуализации сделать. Меня заинтересовала карта Вселенной, то есть карта метагалактики. И что меня поразило? Ну, вроде там галактики, да, ну какие они могут узоры сделать? Вдруг я обратил внимание на правой части. Узор, который очень напоминает человеческую фигуру, ну вот, так сказать, поясной портрет. Я стал приглядываться, и вдруг я прочитал надпись, что это 30-й аркон Яра, Рюрик. Вы представляете, значит, за много миллионов лет до того, как появился Рюрик, галактики такую конфигурацию сделали, которая с точки зрения Солнечной системы вот так воспринимается. Может быть, все-таки Рюрик действительно был богом, и он проявляет себя в различных... Скорее всего, он посланец богов, так же, как, кстати сказать, и Исаак Ресин. То есть об этом, значит, вот смотрите, нам эту часть историческая наука закрыла, назвала это «темные века мировой истории». И то, что нам закрыли наши люди, значит, я имею в виду земляне, то нам открывают, видимо, центр галактический, когда вот он на остатках сверхновых звезд пишет информацию, которая нам очень полезна и нам очень нужна. Так что помимо Радомира у нас еще есть вот такой канал связи. И более того, как вы знаете, есть параллельная цивилизация, вот эти так называемые НЛО, они оставляют так называемые круги на полях. Да. Ну, по-русски это не очень красиво выглядит. Кроп-цирклы, я это лишнее R
выбросил, просто кроп-циклы, да? Вот. Так вот, оказывается, они не просто геометрические. Там есть надписи. Да вы что? Да. И эти надписи сообщают очень многие интересные сведения. Они предупреждающие или... Они не предупреждающие. Они раскрывают какие-то моменты истории, которые скрыты от нас. То есть вот они, допустим, пишут, сколько храмов было во времена Рюрика, да? Или, так сказать, из скольких армий состояли эти армии, вот его все войска, ну и так далее, и так далее. Вот какие-то такие вещи. Это очень интересно с точки зрения истории. Так Радомир, получается, один из дружинников Рюрика? Значит, Радомир родился в 7-й год Яра. То есть Рюрика возвели в этот сан, когда ему было 50 лет. Значит, когда родился Радомир, ему было 57 лет. Mm. А дожил он до 75 лет, Рюрик. Вот. Что касается Радомира, то он родился в 7-м году Рюрика, умер в 85-м году Рюрика. То есть он прожил 79, получается, 78 лет, вот так. Вот. То есть, естественно, он застал Рюрика, он был одним из жрецов его храма. Ну и сами понимаете, жрец в то время, во времена расцвета, рюриканство, как ведизма, понимаете, это, конечно, очень значительное лицо, безусловно. Как вам кажется, он добровольно пошел на такое самопогребение? Да, вот это вот тоже очень интересная вещь. Это не самопогребение, понимаете, как вам сказать, это своеобразная служба. Ну, вот мы были знакомы с одним из священников Оптиной пустыни, и он сказал, вот почему священники чаще всего, особенно там, бывают больными? Мы, говорит, на себя принимаем очень много из грехов людей, и мы за них страдаем, мы их отмаливаем. Вот. Но это служба, вы же понимаете, да? У них же организация у священников такая же, как в армии. Вот он отслужил, а не отслужил, так извини, как это с тебя взыщут? Вот, поэтому... Значит, когда-то, видимо, были случаи естественного анабиоза. Но вы знаете, у многих животных он есть. У хладнокровных он ежегодно существует. У теплокровных, мы знаем, у медведей, да, может быть, еще у каких-то. Вот. Ну и человек, оказывается, может впасть. И вот, может быть, вы знаете, сейчас операции на сердце делают, когда кровь охлаждают до 26 градусов. Да, и это искусственный анабиоз. И если операция длится 8 часов, значит, если у вас 36,6, вы 8 часов операции не выдержите. Просто. Но это когда искусственно делать, а как это человек может себе понизить температуру? Вот. Ну, а как медведь? Медведь же никаких лекарств не принимает, тоже тем не менее. Да, он же впадает. То есть есть какие-то механизмы. Другое дело, что мы их сейчас не знаем, но когда-то их знали. Вы же сами понимаете. То есть, если мы... отталкиваемся от того, что мы 99% времени существования своей души проводим в тонком мире, и только 1%, когда мы приходим то ли на Землю, то ли на какую-то другую планету, не обязательно Солнечную систему, где-то еще. Кстати сказать, об этом очень хорошо писал Циолковский. Другое дело, что Циолковского не издали полностью. У него очень много есть статей, которые, понимаете, никак не согласовывались вот с тем периодом русского атеизма, который был в советское время в начале. Вот, так вот, да, естественно. Значит, видимо, можно, но это так же, как вы знаете, могут питаться только вот, так сказать, праной, то есть вот энергией, не пищей, а духовной энергией. Но для этого нужно достичь очень высокого степени посвящения, так сказать, быть очень непростым человеком. Вот. Также, видимо, и впадение в анабиоз. Ну, как вам кажется, если сейчас его обнаружили и уже находят и Тесульскую принцессу, это говорит о том, что действительно грядут какие-то глобальные перемены в духовном мире? Безусловно. Ну, не мне вам объяснять, что мы только что вышли из ночи Сварога. И вышли, скорее всего, в 2012 году. Более того, у нас есть врач с очень совершенными приборами, который говорит, что частота сердцебиения именно в 2012 году у основной массы пациентов изменилась, она участилась. То есть есть физиологические признаки того, что мы живем уже в другую эпоху.
Но когда меня спрашивают, а почему же так мало изменений, я говорю, вот скажите, летнее солнцестояние когда бывает? Ну, говорят, 22 июня. А самые жаркие дни когда бывают? В июле, то есть месяц спустя. Ну, точно так же и с морозами, да? Значит, всегда есть определенная инерция. Не может перестроиться, скажем, вся политика и весь мир вот так вот в одночасье. Ну, тут трудно сказать, сколько лет он будет перестраиваться, но, во всяком случае, 10 лет – это слишком маленький срок. Но итог 2022 года, ну, вы видите, сейчас везде видны подвижки. Причем подвижки очень серьезные, да? Вот в свое время меня очень интересовало, значит, вот этот французский провидец, как его уже забыл, предсказал, значит, что, ну, Катрене писал. Нострадамус. Нострадамус, да. Что, ну, так вычислили, что в 1996 году Европу, значит, будет у Европы война с арабами. И никакой войны в 96 году не было, хотя пугали где-то начиная с 94 года. Пришел 2006, опять никакой войны с арабами не было. Пришел 2016, и вдруг Европа завопила. Да, простите, мы наводнены арабами, что делать? То есть, получается так, я думаю, что не Нострадамус тут виноват, а виноваты интерпретаторы. Они немножко не так посчитали, но суть они поняли правильно. Почему я говорю, что вы понимаете, вот когда вы имеете дело с экстрасенсами, нельзя им верить на 100%. У меня была большая лекция в «Белых облаках», где я математически доказывала, что существующий календарь и, скажем, любое эзотерическое направление в прогнозировании отличается ровно 36 лет. Это математические вообще доказательства, очень элементарные. Поэтому, возможно, это как раз с этим и связано. Очень может быть. Вот. А что касается еще одного очень удивительного явление, тоже хотел бы упомянуть, это вот к тому, что грядут какие-то изменения. Значит, в Керчи есть такой музей, который называется Лапидарий. В этом музее хранятся каменные скульптуры, ну, как говорят, римского и греческого происхождения, очень может быть, что так и есть, но есть масса рельефов и скульптур чисто русского происхождения. Другое дело, что их не так атрибутируют. И вот решили, это был 2016 год, даже, наверное, все-таки 2017 год, где-то, видимо, февраль месяц. Решили на ночь установить видеосистему. Ну и сторожу было интересно, как это она работает. И он, значит, записывал все, что показывает видеосистема. И вдруг он видит, какие-то белые блики по полу бегают. Ну, там никаких прожекторов, ничего не было. Ну, значит, записал, никак не мог понять. Потом сказал, что это привидение. Ну, я тогда рассматривал новости археологии. Ну, это промелькнуло как, ну, одно из, ну, мало ли, ну, как шутка, понимаете. Да, вот так развлекаются люди. А меня заинтересовало, поскольку были фотографии. Я усилил контраст и вдруг читаю. Оказывается, это написано «Воины Рюрика», и они пришли, и меня это заинтересовало. Они пришли в день 1150-летия миропомазания Рюрика. И я тогда узнал не только год, но год-то я уже до этого знал, значит, 856-й. А тут я узнал месяц. А месяц – это за неделю до весеннего равноденствия. А вот мне трудно сказать, как этот месяц назывался, потому что календари все время менялись. Но неделя до равноденствия – это уже более определенно, чем сказать, какой месяц. А как с этим возраст Москвы связан? Что-то очень похоже. Дело в том, что в Москве вначале тоже был гарнизон размещен Рюрика. И Москва не вписывается в число тех аркон, то есть в тех вторичных городов, которые тоже имели имя аркона, но они все были пронумерованы. Значит, аркона номер один – это Рим, точнее, Ватикан. Вот. Аркона номер два, сейчас я не помню точно что, но, в общем, это все крупные города. Но вот я знаю, 30-я аркона – это Западный Каир, 35-я аркона – это Великий Новгород –
И 33-й аркон – это Ладога, Старая Ладога. То есть это вот три столицы Рюрика были. Значит, Старая Ладога – это административная столица, Западный Каир – это военная столица, и Великий Новгород – это культурная столица. Причем культурная столица мирового уровня. Оттуда пошли, допустим, мозаики, оттуда пошли. Рим их перехватил, но не полностью. Существует версия, что Крым была духовной столицей. Да. Это правда. Дело в том, что в Крыму был филиал Ладоги, в Корсуне. Но Корсунь сейчас переименовали в Херсонес-Таврический. Вот, а греческого там ничего нет. Нет, ну в средние века были, но вы извините, ну вот возьмите, вот, допустим, есть город Адлер, да, под Сочи. Он весь сейчас армянский. Там и мэр армянин, и на улицах все армяне живут. То есть это как бы филиал Армении. Но означает ли это, что, так сказать, Сочи и Адлер – это армянские территории? Нет, конечно, это территории российские. Но другое дело, что может быть концентрация какого-то этноса в каком-то месте. Вот только и всего. Безумно меня радуют исследования английских ученых, поскольку они неоднократно выкладывают какие-то свои исследования, а потом понимают, что они пошли вразрез классической науки, классической в смысле неправильной, да, ложной. И вот однажды они сказали о том, что левое правое полушарие головного мозга общается на импульсах русского языка, и что очень многие слова, их произношение и, скажем так, энергетический рисунок абсолютно соответствуют тому, что они значат, как слово «красный», да, и «красная волна» абсолютно одинаковы по своему звучанию и значению. Примерно то же самое я услышал в Оптиной пустыне. Было сказано, что молитва, прочитанная на русском языке, гораздо быстрее доходит и гораздо быстрее исполняется, чем на любом другом. Как интересно, что наш мир, он совершенно другой. Получается, что все, что мы изучали, мне кажется, что это даже здорово, что мы сейчас пытаемся его переоткрыть снова и уже с другим контекстом все изучить. Я с вами полностью согласен. Понимаете, есть только одна честная наука, которая себя назвала политическая экономия. На самом деле все науки политизированы, но не у всех хватает мужества сказать политическая историография, да, политическая лингвистика и так далее, и так далее. Ну, мы очень надеемся, что филология, как наука, и я даже не знаю, как называется настоящая наука, изучающая действительно древнерусский язык, вот как вам кажется, как она могла бы называться? Ну, языкознание, есть русское название. Вот мы очень надеемся, что языкознание поможет нам, носителям русских генов, этой древней культуры, вспомнить наши корни и вернуться к нашей ведической Безусловно, культуре. Ведь тут понимаете, какая получилась интересная вещь. Значит, нам говорят, что первую азбуку придумали Кирилл и Мефодий в IX веке. Когда это начали говорить? Это начал говорить оптинский старец Леонид по фамилии Кавелин в 70-е годы XIX века. До этого никто об этом не говорил. Более того, Кавелин сказал, что глаголицу, скорее всего, создал святой Иероним в IV веке нашей эры. Вот. Опять-таки, если мы посмотрим, какая первая письменность была, она была у нас слоговая. Слоговую письменность англичане, когда у них начала развиваться лингвистика, отнесли только к Юго-Восточной Азии. И сказали, что ну, вот это примитивный вид письменности, когда письменность только слогами. На самом деле это самый ранний вид письменности. И как вы знаете, у нас сохранились пережитки в русском языке, особенно в русской орфографии, пережитки слоговой письменности. Вам как говорят переносить слова? Только по слогам. Слогам, но не по буквам. Да. Согласны с этим? Да, да, да. Дальше. Есть инициальные аббревиатуры. Разве вы произносите «ср» или «нгу»? Никто же так не произносит. Произносит «СССР». Да. То есть по слогам. Да, да. Не по буквам. Как это? Так а буквица, она какое происхождение имеет? А, буквица происхождения Хиневича. Как вы хорошо сказали. Так все-таки что такое древний русский язык?
Значит, есть две точки зрения. Есть точка зрения официальная, академическая. Она говорит, что русский язык – это один из видов славянских языков. То есть, когда-то был язык индоевропейский. Ну, сначала его открыли как бы немцы и назвали его индогерманским. Это тогда, когда перевели сочинение с санскрита на немецкий язык. Но обиделись другие европейцы и сказали, а почему только индогерманский? Давайте шире брать индоевропейский. Хорошо. И получается так. Цельный язык индоевропейский. Дальше выделяется некое ядро, куда относятся германо-славянские языки. И дальше из них выделяются славянский, и из славянских выделяется русский. Это точка зрения академическая, повторяю. Моя точка зрения какая? Язык был всегда только русский. От этого русского языка начинают отделяться ветки, то есть диалекты, которые постепенно превращаются в самостоятельные языки. Но, в частности, тюркский диалект выделяется. Я смотрю, как постепенно русские слова превращаются в тюркские. Скажем, отец становится ата. Ну, это вот как бы ребенок, скажи отец, ну, ата, больше сказать не может. Или, допустим, было слово золотой, даже оно произносилось немножко не так, золотый, потому что не на окончание ударение падало, да, не золотой, а золотый, да. И что, з они опустили, и у них получится алатын, то есть золотый алатын, ну, то есть, вот, ну, и так далее. Так а наш современный русский, на котором мы говорим и пишем, насколько он похож на тот древний русский? Вот. Он похож, ну, процентов, я не знаю, наверное, на 90. Вот. Что касается старославянского языка, то это сборная солянка. То есть это взяли Кирилл и Мефодий, скорее Мефодий, потому что Кирилл был специалист не по славянским, а по семитским языкам. А по славянским языкам был специалистом Мефодий. Вот им в Византии была поставлена задача перетащить славян на сторону, так сказать, христианства. Как это было сделать? Католицизм в прямом виде не усваивался славянами. Значит, нужно было что-то такое сделать, чтобы славянам было понятно, с одной стороны, причем всем славянам, но чтобы это был только не русский язык. И вот они взяли из одних языков, там, допустим, правила склонения, из других там фонетику, из третьих еще что-то. И вот получился так называемый старославянский язык. Он изобретенный. Нет ни одного этноса славянского, который бы говорил на старославянском языке. Понятно? Да. Но это только филологи знают. А так люди думают, что старославянские – это какие-то были старые славяне, которые говорили именно на этом языке. Таких не было. Но старославянский язык все-таки очень близок к русскому языку. И его начали внедрять, ну, тогда же, когда воцарилась династия Романовых. Кстати, совсем недавно. Совсем недавно, конечно. И даже можно сказать более точно. 1630-1635 годы. Угу. Надгробья меняются. Заменяются надписи русские на надписи старославянские. Именно как раз в это время, примерно Фоменко-Носовский сказали, были написаны как раз основные части Библии. Ну, то есть, получается, все делалось одновременно. Естественно. Это был заказ. Заказ был реализован. Более того, когда меня заинтересовала такая проблема, а когда же жили Кирилл и Мефодий, я решил посмотреть все иконы, которые с ними связаны. Выяснилось, что основная масса икон там никакие не Кирилл и Мефодий. Там изображен монах, который показывает некоторую книгу. И все считают, что это Евангелие. А на самом деле это Библия Рюрика. Там прямо на ней написано. Никакого отношения к христианству эти иконы не имели. Иконы имеют гораздо более древнее происхождение, чем христианство. Это вы, наверное, в курсе. Да, да. Вот, так же, как и крест тоже, это не христианский символ, полно ведических крестов. Вот. И, следовательно, ну вот мы к этому выводу приходим. Значит, Кирилл и Мефодий жили в XIV веке, тогда было дано задание. Но, как вы понимаете, есть определенная инерция, и только дошло это вот в XVII веке. С воцарением Романовых ввести и
христианство по всей Руси. То есть, получается, глаголица, буквица, славянские языки, латынь. Это все вымышленные языки, введенные в обиход. И слово буквица, оно в XIX веке означало смесь глаголицы и кириллицы. Да, очень похоже. Да. И есть второй смысл слова буквица. Буквица – это первая буква на красной строке. Она рисованная, в отличие от других. Mm-hmm. Скажем, буква «Т» изображен человек, который mm-hmm. вот так руки растопырил. Видели, наверное? Да. Вот. А вот потомки Хиневича, его, так сказать, пропагандисты, они сделали сборную солянку из очень многих букв. Их очень заинтересовало это самое... 7 на 7. Ну, это мне напоминает какую-то детскую песенку. Ему навстречу Афанасий. 7 на 8, 8 на 7. А тут 7 на 7. Значит, 49 букв в этой якобы буквице. Причем там есть звук, который у англичан есть. Там «back». Да. Но у русских никогда такого звука не было. Поэтому откуда мог быть знак для этого звука? А знаете, сейчас очень многие люди обожествляют, это не моя версия, я как раз категорически против этого, обожествляют индийскую культуру, одеваются в их одежду специализированную, ездят к ним в Индию, общаются с ламами. Я тоже все время общалась, честно говоря, уважение к подобным людям вот у меня не вызывает, поскольку люди живут грязно, люди не очень понимают, что такое понятие духовности, кармы, многое другое. Но, тем не менее, вся их культура основана на так называемом древнем языке санскрит. У меня к нему весьма настороженное отношение, я не знаю, я не изучала его, но почему-то внутренне какое-то идет отторжение, что ли, ощущение, что что-то в нем не так. Это искаженный русский язык. В меньшей степени, чем, скажем, латынь. В меньшей степени. Но, тем не менее, вот у меня просто мое ощущение, я могу, безусловно, ошибаться. Мое ощущение, я просто очень сильно верю в то, что к нам прилетали другие цивилизации, и в Шумере говорится об анунагах. У меня ощущение, что санскрит был исковеркан как раз вот этими шипящими цивилизациями. Очень отсюда пошли быть. Вот эти вот все знаки, и все-таки они поклоняются им, да. В первую очередь, это их боги. Поэтому у меня ощущение, что все-таки рептильный язык, совмещенный с нашим языком, дал как раз толчок санскриту. Очень может быть. Значит, многие слова очень похожи. Ну, как вам нравится, например, само название Индия – это чисто русское название. Значит, мы иногда говорим «где-то», иногда говорим «инде». Ну, по диалектам есть, да, «инде». Ну, «где-то», да? Значит, Индия – это вот «где-то» она. А самое интересное, как Индия называется по-индийски. Знаете как? Бхарат, то есть брат. Как вам интересно. Переводить слово брат? Нет, уже не надо. Не надо. Ну, вот, кстати, в США есть штат Небраска, небраские народы тоже. Да. То есть все, конечно, русским языком можно объяснить все. Совершенно верно. Тут более интересно. Значит, вы помните, на каком языке говорил Иисус Христос? Вроде как говорят, что арамейский. Да. Кто такие рамеи? Жители Византии. Они не римляне, они ромеи. Почему? Потому что это Восточная Римская империя, которая почему-то перешла с латыни на греческий язык. И они уже не римляне, а ромеи. Так. Отрицание по-гречески будет «а». Значит, что такое аромейский язык? Это не греческий. Значит, среди более 200 языков мира только один греческий. Все остальные какие будут? Естественно, аромейские. Не греческие. Согласны? Да. Как интересно. Прекрасно. А вот, может быть, конечно, слишком личный вопрос, но мне просто безумно интересно, вы уж меня простите. Когда вы впервые обнаружили, что вот эти надписи, как бы египетские, как бы греческие, как бы римские, имеют отношение к русской культуре, какое у вас возникло внутреннее ощущение? Понимаете, какая штука? Значит, где-то году в 75-м меня очень заинтересовали глубокие знания по русскому языку. То есть мне захотелось влезть внутрь русского слова. Ну, я полез, значит, смотреть, что в лингвистике известно. Выяснилось, что слова состоят из морфем. Но почему-то никто не говорит, а морфемы-то из чего состоят? Потом мне пришла мысль в голову, что морфемы состоят из слогов. Причем, если мы берем такие морфемы, как приставки или суффиксы, то это открытые слоги чаще всего, или закрытые слоги.
Ну, причем вот наши нынешние предлоги, они в определенных позициях переходят в слоги. Ну, например, скажем, есть предлог «к», но я говорю «подойди ко мне», я же не говорю «подойди к мне», вот «к м», оно не звучит, mm-hmm. да? Да. Или там «со в юном я хожу», не «с», а «со», да, ну и так далее. Или «в ополе береза стояла», mm-hmm. не «в поле», а «в ополь». Да, да. Ну, то есть это слоги, которые сократились, да, значит, когда-то русский язык состоял из слогов. Более того, когда школьники начинают изучать просто алфавит, они не понимают, вот они читают «м-а, м-а», ну и что это такое? А вот как только они связывают «ма», «ма», так это же «мама», угу. и сразу становится понятно. То есть слог понятен, отдельный звук непонятен. Да. Ясно? То есть, чтобы дойти до отдельного звука, нужно абстрагироваться. Это более высокий уровень мышления. Согласны вы с этим? Да. Точно так же, как геометрическая форма букв – это более высокий уровень мышления. Что сделали римляне? Когда они стали нагонять вот это вот дикое арабское население в Ярославию, которое позже стало называться Египтом, они, как детям в детском саду, знаете, как вот шкафчики в детском саду, где-то вишенка, где-то барабанчик, где-то зайчик, они также все буквы египетского алфавита сделали в виде животных, растений, да, ну вот какие-то такие наглядные изображения. Потому что арабы до геометрического знака тогда еще дойти не могли. Ну, все же мнение Хиневича о том, что в наших слогах, буквах существуют образы, это же все верно? Ну, как вам сказать, ну, до какой-то степени верно. Вот мне довелось разговаривать с изобретателем всеясветной грамоты Абрамовым Шубиным. Может быть, слышали такое? Нет, не слышала. Ну, вот он говорит, что когда-то у нас было 144 звука. Угу. Я говорю, откуда вы столько накопали? Если вы сложите все звуки во всех языках мира, вы, наверное, не наберете такое количество. Ну, 80, ну, 90. Ну, 100 – это если какие-нибудь звуки, которые вообще непонятно каким способом. Если, ну, вот есть такие звуки, которые у нас не применяются, но вот звук ямщиков. Мы пишем «тпру», на самом деле это губной вибрант. Он напоминает фырканье лошади, поэтому лошадь его прекрасно понимает. А если вы скажете «я и тпру», она ничего не поймет. Тоже понятно. Но как его записать? У нас нет букв, чтобы записать губно-губной вибрант. И он вообще не произносится. Да? Нет, ну можно какие-нибудь щелчки, там, свистки добавить. Но все равно вы 144. Я говорю, откуда вы столько взяли? Он говорит, ну, на самом деле их было больше тысячи. Как больше тысячи? Да. Да, говорит, ну, они были какими-то трехмерными. Ну, извините, если буквы сделать трехмерными, вы все равно их можете читать только, когда они на анфас вы на них смотрите. Если вы смотрите ребром, вы ничего не прочитаете. Если вы сверху смотрите, тоже ничего не прочитаете. Вот интересно, если вы вот этот вот стакан сверху сейчас нарисуете, вот сейчас вид сверху сфотографировать, не всякий поймет, что вот эта статуя, вот это стакан, а вот это вот столик. Угу. Столик еще, скорее всего, поймет, потому что мы его в таком виде видим. А вот эту вот фигурку, если сверху ее сфотографировать, ее никто не поймет. Угу. Понятно? То есть мы привыкли только к определенным видам. Я говорю, откуда же вы все это взяли? Он говорит, ну, приснилось мне. Ну, я говорю, ну, все тогда понятно, ну, ради бога. Понимаете? Так что, понимаете, образ, ну, как вам сказать, образы, они, конечно, тоже есть базовые образы, к которым мы привыкаем. Но все-таки этих образов миллионы. А, как вы понимаете, букв-то все-таки и звуков не так уж много на самом деле. То есть звуковая сторона, она, как вам сказать, она вся тембровая. Она не звуковысотная даже. Ведь вот смотрите, скажем, мы же можем распознать одни и те же слова, когда их произносит ребенок, когда их произносит женщина, когда их произносит мужчина, когда их произносит старик. А ведь это с точки зрения звуковысотности и прочего-прочего, это очень разные вещи. Если вы посмотрите, так сказать, фонограммы какие-то получаются. Да, да, да. Ой, у меня был такой опыт, я в Университете дружбы народов преподавал.
Там индийцы со мной разговаривали иногда по-английски. Я вообще такой фонетики никогда не слышал. У них нет вот этих, как они называются, дифтонгов. Там они говорят не go, а I go. I go to school. Basic. Какой basic? Basic – это basically. То есть это слово-паразит, которое они через слово вставляют. И вот как, когда они эти бесики-бесики все время шли. И главное, быстро и не похоже. Все звуки L, все мягкие у них. Вы ему говорите, скажите по санскриту, я вас пойму, да? Они, кстати сказать, так и говорят, что вот когда мы, а мы, говорят, изучаем санскрит в школе, когда мы приезжаем в Россию, мы вдруг видим, что вы все говорите на санскрите. Интересно. Да. Действительно, особенно близко к санскриту, но это не мои наблюдения, наблюдения Жарниковой. Это вот Вологодская область, Костромская область, вот так, диалектные слова многие, они близки к санскриту. То есть так можно трассировать путь, по которому шли нынешние, вернее, предки нынешних индийцев. Подскажите нашим зрителям, с какой книги лучше всего начать ваше творчество научное? Значит, у меня самая доступная книга по русским слоговым знакам – это «Русские руны». Я ее сделал как учебник, прочтя который можно научиться читать. Дело в том, что, как это ни странно, писать слоговым способом достаточно легко, а вот читать гораздо сложнее. Почему? Объясняю. Один знак, он не имеет однозначного соответствия, он имеет многозначные соответствия. Скажем, вот такой знак в виде латинской буквы «У», он может обозначать «бо», может обозначать «ба». Вот. А если перевернуть, может обозначать «бе» или «би». И вот надо догадываться, что он в данном контексте обозначает. Но если не только он, а еще масса других имеют по два, по три, а то иногда по четыре значения, вы в уме это должны очень быстро все скомбинировать, чтобы понять, какое слово. Наш мозг не способен, это вот компьютер может так быстро работать. Поэтому читать с листа эти надписи очень тяжело. Ну вот это первая книжка. Дальше, если вы хотите узнать, как произошли, скажем, славянские диалекты или, более того, романские языки, я советую другую книгу прочитать «Вернем этрусков Руси». Это, по сути дела, учебник этрусского языка. То есть там есть и примеры, там есть и, так сказать, более сложные, более легкие надписи, и там тоже я показываю, как это все читается. Кстати сказать, там масса есть изображений, и по-этрусски чаще всего задается ситуация. То есть, допустим, «встреча» написано, да, и все. А все остальное, все написано или в складках одежды, или в шнуровке обуви, или в кудрях, так сказать, волос. Каждый персонаж обязательно подписан. И это прежде всего политическая карикатура. Вот что в данный момент случилось? Ну, например, изображена одна женщина, стрижет кудри у другой женщины. Та, которая сидит, написано «этруска». Та, которая стрижет, написано «римлянка». А на кудрях написано «этрусские территории». То есть Рим отстригает у Этрурии ее территории. Сейчас тоже используются такие приемы журналов. Естественно. Нет, ну, тогда газет не было. Да, да, да. А это вот периодическая печать была. Значит, у зеркала была лицевая сторона, в которую смотрелись, и оборотная сторона, вот это свежие новости, так, вот в виде таких. Ну, а, допустим, написано просто «встреча», и что? Поэтому дело в том, что этрускологи 300 лет читают, 300 слов только смогли прочитать. У меня в этой книжке написано более 2000 словоформ. Очень интересно. Да. Вот это тоже я рекомендую. Потом я рекомендую прочитать книжку «Правда о Рюрике». Она вышла в прошлом году, чтобы знать, что на Рюрика столько навели, я даже не знаю, чего. То есть есть два или три двойника Рюрика, есть какой-то Рюрик датский, есть какой-то шведский. И вообще говорят, что это полулегендарная личность. Все почему? Вы понимаете, у нас сейчас принято, что вся историческая истина сосредоточена только в архивах. Если вы в архиве не работаете, вы не историк. Но скажите, пожалуйста, всегда ли люди писали на бумаге? Ответ – нет. Писали на чем? На бересте.
Дальше, как ни странно, писали на папирусах, причем русские надписи на папирусе древнее, чем древнегреческие, то есть древнеегипетские, представляете? Дальше, писали на шелке, и опять-таки русские надписи древнее, чем китайские, тоже, да? Пустячок, а приятно. Дальше, вот я это считаю своим открытием, мозаика, хотя внешне там какие-то птички нарисованы. Либо надо обратить в цвете, либо иногда так видно. На самом деле вы прямо видите ряды из трех или четырех мозаичин состоящие. Угу. И это все русские буквы. И они читаются. А чем это хорошо? Значит, пол обычно в храмах выкладывался из мозаики. Жрец все видит, читает. Ему не надо этот текст запоминать, он у него перед глазами. Понимаете, и этот текст вы никуда не унесете. Угу. Он вот он на полу. То есть можно его вместе с полом только унести. Но сами понимаете, это, в те времена это было немыслимо. Это насколько люди отдавали важность понятию слова. Да. Оно, по сути, было везде. Более того, самое интересное, в 2011 году в Иордании один еврей, но подданный Иордании, в одной из пещер нашел порядка 40 металлических книг. Угу. То есть подлинники писались или на металлических пластинах, или эти пластины сброшуровывались в металлические книги. И у них вот такие, как у современных тетрадей, спирали были, угу, и, так сказать, вот перелистывались они. Значит, книги, может быть, небольшое число разворотов имеют, но разворотов там 40-50. Но, вы сами понимаете, там много чего написано. А глиняные таблички, каменные? Понимаете, глиняные таблички – это уже позже. Mm. Но вы сами понимаете, что когда нация богатая, она может писать и на золоте, и были книги и золотые. Чуть подешевле книги бронзовые. Mm-hmm. Но это тоже, вы понимаете, у меня такое впечатление, что иногда их чеканили, а иногда их штамповали. То есть была штамповка. Ну, если делали самолеты, то, сами понимаете, отштамповать книгу нет проблем. Угу. Но скажите, пожалуйста, если у вас металлическая книга, она в воде не тонет, она не размокает, так ведь? Да. Ее просто так не унесешь, она тяжеленная, так ведь? Да, да. Так что, так сказать, извините за выражение, стырить книжку было невозможно. А сейчас это запросто. Вот, поэтому и распространенность их не так велика была. То есть, что было местом сосредоточения книг? Храмы, конечно. Храмы, вообще, у меня такое впечатление, что был строй, который я назвал храмовым. Это не первобытные общины. Слово «первобытный» ни о чем не говорит. Что такое первобытный, что такое второбытный? Вы можете сказать? И где граница? Да. Вот. А вот когда вы говорите «храмовый строй», вы понимаете, что основой любого города и основой любой страны был храм. Храм – это было учреждение и административное, и религиозное. И, как ни странно, это, скажем, Министерство строительства, и это Министерство социального обеспечения, и это Министерство здравоохранения, это Министерство образования. Это все, все это единый комплекс. То есть вы имеете в виду, что не религиозно, а духовно, да? То есть немножко другой контекст. Конечно, конечно. Ведь религиозность – это одна из составных частей. Угу. А на самом деле храм имел очень много функций. Причем храмы специализировались по богам. Вот если очень кратко, скажем, храм Макоши – это храм чисто идеологический. А храм, скажем, Мары, у него очень много функций. Значит, первая функция Мары, с моей точки зрения, это функция изменения. То есть, если у вас грядут какие-то изменения, то ли вы замуж хотите, то ли родить ребенка, то ли переехать в другой город, то ли еще что-то, понимаете, вы идете в храм Макоши, чтобы все изменения были вам на пользу, вы молитесь. Дальше, это богиня болезни, значит, хотите выздороветь, идите туда. Это богиня смерти. Смерти никто не боялся, потому что это просто возвращение в Навь, в которой мы и живем все время в тонком мире. Uh-huh. То есть мы сюда пришли, мы отсюда уходим. Никто из этого трагедии не устраивал. Причем предпочитали трупы сжигать, чтобы можно было не только на этой неделе, даже в этот день опять зародиться где-то в новом теле.
А когда тело гниет, то это столетия проходят, а может быть и тысячелетия, это пока вы в следующий раз воплотитесь. Вот, дальше, значит, это все, что выше Земли, это космос. И поэтому Мара – богиня и авиации, и космоса. И все виманы, то есть все летательные аппараты, неважно, виманы, вайтманы, вайтмары, все в храмах Мары только. Дальше. Это вот, так сказать, храм Мары. Храм Рода. Это храм строительства, и это храм наблюдения за небом. Все карты звездного неба строились в храме Рода. Ну и это социальный храм. Сами понимаете, все нововведения в обществе только через этот храм проходят. Если его не одобряют жрецы Рода, значит и нет. Поэтому и строительство связано. Значит, строительство из каких-то не тех материалов или не таким способом, оно категорически запрещено будет. Дальше, храм Яра. Вся новизна, все новшество идет через этот храм. Значит, если помимо тактики появляется военная стратегия, то вся стратегия идет через храм Яра. Если появляются карты, как их маленькие изображения Земли, значит, храм Яра. Экстрасенсорные способности, какие-то таланты, это все туда же, да? Да, развитие любых способностей. Все. Появляются деньги только через храм Яра. Кстати, тоже вы никогда не задумывались. У нас мелкие деньги называются монета, в честь якобы юноны монеты римской. Но на русских деньгах было написано или золотой, золотой, не золотая, а золотой, или целковый. Вас никогда не смущало, как эта монета может быть монета женского рода, а золотой или целковый мужского рода? Вот до сегодняшнего вашего вопроса нет, не смущало. То есть люди настолько привыкли, они не задумываются. На самом деле это был взнос в храм. И когда человек вносил взнос, ему давали значок о том, что он внес. Если он золото внес, значит, один золотой. А если он внес целый, так сказать, целковый взнос, значит, один целковый. Понятно? Как интересно. Да, это были, так сказать, свидетельства о том, что вот человек уважил храм. Ну, конечно, как вот у нас сейчас паспорт. Значит, паспорт у нас иногда является средством залога. Вот вы захотели на лодке покататься, да. Говорят, давайте паспорт. Или на лыжах покататься, да, паспорт. Но, а сколько стоит паспорт? Ну, вообще говоря, он ничего не стоит, но он копейки стоит, на самом деле, да. Ну, вот так и вот эти вот, так сказать, золотой и целковый, это просто память. Но вы сами понимаете, что вы можете фотографию заложить, да, портрет заложить, ну, и паспорт заложить. Но это не деньги. Вот деньгами они потом стали. Да, да. Огромное вам спасибо за встречу. Пожалуйста. Безумно интересно, и я очень надеюсь, что вы еще к нам придете. Я тоже надеюсь, потому что у меня тем очень много. И я бы хотел, чтобы вот слушатели как можно шире были охвачены, потому что на самом деле вся наука, начиная от лингвистики и кончая историографией, она вся целиком политизирована. И нам дают то, что нужно, так сказать, руководству, причем не нашему, а тому руководству, которое все это делает. Да. Очень хотелось бы вернуться к первоистокам, потому что нашим зрителям безумно интересна тема истории и русского языка, в частности. И мы, наверное, уже в следующий раз более глубоко пройдем по каким-то интересным. Да, безусловно, мы договоримся с вами на какую тему. И, конечно, спасибо вам заранее огромное. Объявим. И вам тоже большое спасибо. Всего вам доброго. Дорогие зрители, вы знаете, что существует очень много версий, но только одна является истиной. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наш проект «Лабиринт», и тогда профессора, ученые и люди, которые действительно занимаются исследованием, расскажут вам, как правильно читать эти прописные истины. Всего вам доброго, с вами была Джулия По, подписывайтесь на канал, до свидания.